Всем привет, друзья, с вами я, Компот. Сегодня, как видите, я просто вооружился и оделся по полной, и смотрите, кто тут. Я сначала офигел. Тут ходит житель. В аду, друзья, житель. Я просто спустился в ад, чтобы покопать себе немного светокамня, там, выбить головы из сушителя, вот этого, чтобы его заспавнить и убить его в очередной раз. И, друзья, знаете что? Я нахожу вот это вот строение. Я сначала думаю, что это такое? Хочу вот чисто, вот, знаете, спросить у жителя. Спрашиваю у него, и он мне просто отвечает жесть какую-то. Я сейчас вам хочу показать это, что он мне ответил. Житель, скажи, пожалуйста, вот расскажи историю, что это за строение и как ты тут оказался, почему ты находишься в аду? Ох, это очень страшная история. Итак, слушай, когда-то давным-давно все деревни сдавали золото и изумруды Херобрину, потому что он переливал всеми деревнями. Но мы ненавидели зло и не хотели отдавать ему изумруды и золото. И за это он нас спустил в ад. Все жители, кроме меня, превратились в свинозомби. Это очень-очень грустно. Я, скорее всего, тоже скоро стану свинозомби из-за действия ада, ведь тут нельзя находиться слишком-слишком долго. Также у нас здесь есть босс, и его боятся все. Он периодически вылазит и убивает одного из жителей. Пожалуйста, я очень прошу тебя и твоих подписчиков, помогите мне. Помогите нашей всей деревне. Убейте этого босса. Найдите оружие в этой деревне, я очень прошу. И верните эту деревню в нормальный мир. Друзья, ну и как вам такая история? Вы после этого не в шоке вообще? Я в шоке. Хорошо, житель, я что-нибудь придумаю. Так, друзья, мы уже подходим с вами к деревне и... Ой, тут какие-то враждебные мобы. Слушайте, ну-ка давайте яблочко съедим. И так, все, ну нормально, я съел его. Так, друзья, давайте сначала осмотрим эту деревню. Так, что это за фигня у нас, во-первых, тут? Ага, друзья, видимо, здесь находится босс. Хорошо, я понял. Так, давайте пройдемте дальше. И что у нас вообще тут? Вот что за деревня? Смотрите, как она выглядит, во-первых. Довольно-таки устрашающе, посмотрите. Почему тут не адский нарост растет, а обычная еда, хорошо. Так, смотри, о, друзья, кажется, я нашел дом с оружием. Черт, ну тут требует код, ё-моё. Ну ладно, давайте провернем. Так, ну-ка давайте, друзья, так, задаю вопрос. Внимание, вопрос, чтобы открыть дверь. Сколько блоков обсидиана нужно, чтобы построить портал в ад? Друзья, давайте срочно пишите в комментарии. В конце видео я обязательно добавлю один комментарий туда. Я надеюсь, что кто-то из вас правильно напишет. Давайте прямо сейчас пишите. Так, ну в колодце лава, это понятно. Ё-моё, смотрите, друзья. Что стало с жителями? Они превратились в свинозомби, в каких-то непонятных существ. Ё-моё, друзья, это очень страшно. Я бы даже вам так сказал, это очень жутко. Блин, еще в аду очень жарко, вы не представляете. Я просто уже вспотел весь. Ох, друзья, пить ужасно хочется, но я не могу отсюда уйти. Во-первых, я потерял свой портал, потому что ушел слишком далеко. А во-вторых, я должен спасти эту деревню. Блин, пот просто капает с меня. Так, тут обычный лут, как в обычной деревне. Окей, друзья, кажется, я понял, что тут находится обычная адская деревня со свинозомби. Итак, друзья, смотрите, наша тактика. Берем оружие и идем убивать босса. Говорят, босс самый сильный. И если мы сможем его убить, через некоторое время деревня поднимется назад в обычный мир, и все будет хорошо. Давайте попробуем открыть эту дверь. Давайте. И... Давай, давай, давай. Ё-моё, не получается, друзья, давайте. Я надеюсь, что ваши лайки помогут мне открыть эту дверь. И давай, 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 давай. Ё-моё, не получается, друзья, вообще нифига. Так, еще раз и... Давай, давай, давай. Блин, фу, как же тут пыльно и в горле пересохло. Ой, друзья. Ладно, давайте последний раз пробуй. Черт, не получилось. Чё? Погоди, тут кнопка какая-то. Ну-ка, ну-ка. Так, опа, я нажал. И что это такое? Чтобы пройти первую защиту, вам нужно открыть дверь с вопросом. Так, друзья, нам сказали, что нам нужно открыть дверь с вопросом. Дверь с вопросом — это вон та дверь, и после того, как мы ее откроем, нам откроется эта дверь. Хорошо, друзья, блин, это не просто адская деревня, это деревня адских головоломок. Но я должен убить этого босса, чтобы помочь всем жителям. Итак, друзья, я читаю ваши комментарии. Так, кто-то пишет 5 блоков обсидиана, вы серьезно? Так, кто-то пишет 12. Так, 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 так. Ну вот, давайте добавим вот такой вот комментарий, вот один из них, хопа, и... Дверь открыта. Комментарий оказался верным. Да, спасибо большое тем, кто написал этот комментарий. Спасибо большое тем, кто написал правильный ответ, друзья. Обожаю просто вас, спасибо большое. Сейчас нам дверь откроется. Так, все, заходим, давайте, давайте, давайте. И, ху, друзья, реально открылось. И что тут? О, сундук. Ну-ка, давайте его откроем и... Офигеть. Друзья, я, кажется, знаю, к чему... Стоп, а к чему этот динамит?
Так, погодите, мне нужно срочно идти этого жителя и спросить, а к чему там лежит динамит? Так, он где-то тут ходил, да? Вон он стоит. Так. Эй, житель, смотри, там не было никакого оружия, как ты говорил, там динамит. Я не смогу убить босса, там только динамит и больше ничего. О нет, кажется, это конец. Ладно, много жителей пострадает, но тебе придется это сделать. Помимо того, что ты убьешь босса, ты должен еще и взорвать деревню, адскую деревню. И после того оставшиеся куски деревни перенесутся в обычный мир. Ё-моё, блин, друзья, я даже не знаю, справлюсь я с этим или нет. Взорвать деревню, я же этим раньше никогда не занимался. Ладно, фиг с этим, давайте. О, друзья, люк открылся, все отлично, я могу спускаться вниз к боссу. Эй! Чё? А как к боссу попасть? Черт, друзья, тут еще один люк. Ну-ка, что он требует? Давайте на кнопочку нажмем. Итак, вопрос, чтобы открыть люк. Сколько всего нужно алмазов на алмазный сет? Так, друзья, давайте срочно пишите в комментарии, сколько нужно алмазов на алмазный сет. Давайте, друзья, я надеюсь на ваши комментарии. Нужен. Так, я вижу, кто-то пишет 5 алмазов. Друзья, это точно неверно. Друзья, почему никто не пишет? Это правильный ответ. Я тут настолько долго ждал, что на меня уже напали какие-то пауки. Смотрите, я их убил. И сколько опыта мне с них выпало. Ё-моё, друзья, нужно... О, тихо, кажется, это правильный ответ. Кто-то написал правильный ответ. Ну-ка, давайте добавляем и... Это правильный ответ. Можете открыть дверь. Так, друзья, отлично. Мы можем с вами открыть дверь и... Офигеть. Это чё? Это босс, что ли? А, черт, нет. Так, друзья, нужно съесть яблочко. Давай, все, мы, друзья, едим яблочко. Теперь мы должны убить просто всех этих тупых пауков. Ё-моё, сколько же тут пауков. Друзья, вы тоже не любите пауков? Ставьте лайк, если тоже не любите пауков. Так, пошли вон отсюда. Черт возьми, сколько же тут пауков. Пошли вон, я вам всем сказал. А ну, пошли вон. Фух, друзья. Фух, я убил пауков, представляете? Всех пауков убил. Ой, друзья, капец, вы не представляете, как я сейчас напугался. А теперь дело осталось в скобочках за малым. Убить босса и освободить эту деревню. Вы со мной, друзья? Если да, то ставьте просто лайк, потому что я не знаю, мы с вами уже через столько прошли. Мы уже открыли с вами все двери, мы должны помочь этим жителям. И, черт, да ты откуда ты тут появился? Ё-моё, я не понимаю, уйди отсюда, сказал, пошли вон, тупые пауки. Черт, друзья, кажется, это у них спаунер какой-то или что-то типа этого. Давайте сломаем это по-быстренькому. Так, ломайся, ну же, пожалуйста, давай быстрее ломайся. Я не переживу, да ё-моё, как же меня это бесит, вы не представляете. Это просто раздражает и просто вымораживает. Пошли вон, тупые пауки, как же я вас ненавижу, идите в задницу, идиоты. Тупые пауки. Так, паучок, пошел-ка, знаешь ты куда? В задницу. Так, друзья, все, у меня нет времени. Давайте все съедаем просто. И давайте на счет 3 открываем эти двери. 1, 2, 3. Давай. Еще раз и давай. Фух, все, я открыл двери. Я сказал тебе, пошел вон. Ты че, русского языка не понимаешь? Так все, друзья. Дальше идет босс. Мы прошли уже с вами много этапов. Давайте я съем последнее яблочко. И иди сюда, слышишь? Ну чё, готов? Ё-моё, тут еще свинозомби тупые, а ну пошел в задницу. Эй, не стреляй по мне. Я тебе сказал, не стреляй по мне. А ну, чёрт, ё-моё, чё он делает, друзья? Взгляните только, что он делает. Ё-моё, это настоящий адский босс. Чёрт, друзья, давайте спрячемся тут. Он ломает обсидиановые блоки, только представьте, чёрт возьми. Друзья, я должен его взорвать. Давайте, так, нужно еще скушать яблочко. Всё, отлично, друзья, я скушал яблочко. И вот-вот загорится ТНТ и взорвется. Так, оно вроде загорелось, и вот-вот сейчас будет какой-то эпичный и крутой, друзья, взрыв. Так, ну же, давай, умирай. Чертов босс, смотрите, он, кстати, становится все меньше и меньше. И... Я его убил, друзья. Я убил этого босса, посмотрите, его тут нету, друзья. Так, все отлично, дело осталось за малым, нужно взорвать эту деревню. Так. Блин, черт, я упал. Черт, как мне теперь выбраться-то отсюда? Давайте попробуем как-нибудь подняться, не знаю, может быть, у меня получится дойти до этой деревни назад. Так, она находилась где-то, черт. Там еще свинозомби на меня нападают, стреляют. Как же неприятно в этом аду, друзья. Никогда не спускайтесь вот в Майнкрафте, это вообще не круто. Так, друзья, и вот эта деревня. Прямо сейчас я каким-то образом должен взорвать от этого... Я
ядерного ТНТ. Блин, от этого огня, точнее, ядерное ТНТ, ну же, пожалуйста, взорвись. Да ё-моё, да пошли вон. Так давайте, стрельните-ка в ядерное ТНТ. Компоту дается креатив за убийство босса. Чего? Креатив за убийство босса? Спасибо большое. Так, хорошо, тогда я ускорю, пожалуй-ка, этот процесс и возьму с собой красный блок ТНТ. Ой, ТНТ. Я уже, друзья, бредить начинаю, потому что мне очень страшно. Но мы почти все с вами сделали, почти все, понимаете, сейчас осталось только взорвать это ядерное ТНТ и... Бам! Что-то бахнуло. Все же... Офигеть. Просто, друзья, офигеть. Так, ну мы не взорвали ТНТ X500. Мы убили босса, но не взорвали ТНТ X500. Прямо сейчас, друзья, мы это тоже сделаем. Это тоже необходимо. Все-таки нужно все-таки вознести эту деревню наверх. Назад в обычный мир. Так, ТНТ поджигается. Горит, горит, горит. И давай, ТНТ. Пока ты взрываешься, друзья, спасибо большое, что помогли мне спасти эту деревню. Многие из вас скажут, какой спасти? Ты ее взорвал. Ты просто взял, взорвал эту деревню. Но нет, друзья. Мы с вами сделали это. Спасибо большое, с вами был я, Компот. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. И сейчас тут будет огромный-огромный бабах. Всем удачи, друзья. Всем спасибо и всем пока. И да, друзья, забыл вам сказать, напишите в комментариях,